Всем огромный привет! Всем привет! Мы с Максимкой решили сходить в магазины, погулять по городу по-нашему. Ну и решили взять вас с собой. Хотя я не очень люблю снимать влоги на улице, да еще и с лицом. Потому что идешь и, как бы, знаете, на вытянутой руке держишь камеру. Ну, вид, прямо сказать, не очень. Мы зайдем в Магнит Косметик, потом зайдем в Фикс Прайс. И еще у нас сегодня на почте маленькая посылочка. Ну, посылочку мы покажем уже отдельно попозднее, может быть, даже в этом влоге. Оставайтесь с нами, пошли в Магнит Косметик. Подходим мы к Магнит Косметик. У нас на улице плюс 2 градуса, с крыш капает. Вот такое вот везде месиво. Машины везде буксуют, на дорогах лужи. Вот, видно. Вот весьма. Полным ходом. В деньгах счастье, в деньгах, в деньгах. Слыхали? Так что заходим мы в Магнит Косметик. Если честно, мне там нужен только корм для кота. Ну, посмотрим, вдруг какие-нибудь скидки или еще что-то. И будет что-то интересное. Все-таки сегодня последний день, 31-е. Да, и, возможно, будет скидки. Ну, вот, смотрите. До 60% на парфюм. И 20% на наборы. Ну, пошлите смотреть. Макс нас проведет. Не люблю, когда сильный ветер на улице. Сразу слезы из глаз текут. Это очень неприятно. Я еще накрашена. Новый фанк. Что ж, идем. Вышли мы из Магнит Косметик. Макс у меня там весь измылся. Вот он. Не любишь магазины такие? Какие? Косметические. Немного люблю, если там интересное есть. Да, это, наверное, отвертки, да? Всякие. Мужские гели, духи. Да, Макс быстренько оббежал свои отделы, которые его интересовали. И начал ныть, пошли отсюда быстрее. Фикс прайс. Но я кое-что успела себе все-таки купить. И не только себе. Покажи пакетик. Вон, вот, всего. Ну, коту я вспомнила. Коту мы купили все-таки корм. Боялась я, что забуду, как всегда. И сейчас мы двигаемся в Фикс Прайс. Очень сильный ветер. Наверное, будет в камере он шуметь. Хотя я вот камеру прикрыла. Ну, не камеру, а... В общем, куда говорить надо. Микрофон. Ощущение, что сейчас март месяц. Вот эта капель, серость, влажность очень большая, высокая. Это не очень приятно. Ну что ж, идем в Фикс Прайс. Ну, вряд ли сегодня там будет что-то. Наверное, все полки будут пустые, потому что люди сейчас бегают по магазинам, все скупают. И плюс суббота. И я думаю, там сейчас будет столпотворение. У нас в продуктовом магазине там в конце продают ткани творчество, ну все для творчества, такой магазинчик. Вот я в него сейчас зашла, оставила кучу денег, но зато довольна иду с материалом. Праздничные дни буду много шить, а в магазины бегать уже будет лень, поэтому решила сразу закупиться. Макс не растерялся, выбрал себе тоже один материал. Дома покажу, какой он выбрал. Что ты купил? Ну, попить? Да, сладкую воду со вкусом лимона. Ну, ясно. Не лимонад? Нет, просто сладкая вода. Ну ладно, ну пошли дальше. Куда идем-то? Фикс прайс! Ну, наконец-то. А то Макс уже весь изнулся, говорит, фикс прайс. Не дойдем сегодня. Вот наши лужи. С Оксаной Александровой переписываемся, когда она говорит, у нас минус 40. Вот, а у нас плюс 2 и лужи. Так что, Оксана, привет тебе. Вашему морозу от наших луж. Закар. Ага. Держи в руках, бери мешочек. Ну, картинку бери.
наша прогулка становится тяжелой. Сумки мы уже еле таскаем. В фикс-прайсе мы тоже, вот видно, закупились. Сейчас забежали еще в один магазин. Но, правда, Макс и я уже, вот он сидит несчастный. Оставила я его с сумками внизу. Сама вверх поднялась. Кое-что ему купила. Но сейчас мы с вами вместе ему покажем. Ну, открывай глаза. Вау! Спасибо, мамочка. Футбольным мячом. Какие красивые. Чего это? Это наушники. Да, у нас горят наушники. Он мне вчера жаловался, что опять наушники у него сломались. Ну, не работают. Ну, плохо работают, да? Ну да. У него одно ухо не работает. Одно ухо не работает. Вот, я забежала в магазин, купила. На, прячь в сумке. Я как раз хотела тебе напомнить. А в фикс-прайс-то забыли наушники найти. А там не было, я видела. Ну, фикс-прайс мы покажем дома. Все покажем уже дома. Еще у нас сегодня посылочка. Да? Да. Ну, давай, пошли домой. Сейчас мы на такси приедем уже домой, а то устали. Пошли. На улице уже темнеет. Я вам сейчас так совсем чуть-чуть покажу. Наш город, он достаточно такой старинный. У нас это называется центр города. Сейчас мы по перекрестку перейдем, и вот за церковью там у нас стоянка такси, и мы поедем на машине. Автобусы уже не ходят. Так, сейчас мы с вами перейдем. У нас надо крутить головой по все стороны, даже на переходе, потому что есть машины, которые даже не думают останавливаться. У нас правила не все соблюдают. И вот такие вот старинные дома. Уже видно, темнеется. Это Макс, распределение, честное распределение тяжести у Макса. У меня 4 пакета, каждому по 2 досталось. Ну, правда, у меня еще рюкзак висит. Сейчас мимо шли одного магазинчика, вот видите, снег на крышах, не везде уже лежит. Вот сейчас съехала кучка и прямо Максу на голову. Потому что люди ходят прямо под этими крышами, и с крыш уже от того, что тепло, оттепель стекает. Я сейчас приближу. Там на меня скинули лопаты, вот так они сгребают. Нет, там не скинули, они съехал сам. А, такой звук лопаты, потому что оно съезжало. По крыше, да, съехало. Вот видите, здесь не съехало, а здесь съехало. Поэтому ходить стало небезопасно. Ну вот, собственно, наверное, первое такси. Мы сейчас в него сядем и уже встретимся дома. Все, пришли мы домой. Это вот все наши получились покупки. Также посылка от Саши. Мы ее еще не открывали. Откроет ее Максимка. Давайте я чуть-чуть совсем покажу то, что мы купили. Вот мы зашли, в где я материал говорила. Мне нужен был зеленый. Купила 2 вида. Не знаю, какой будет лучше. Мне нужно пакетницу сшить такую зеленым материалом. Вот этот мне даже больше понравился. Он какой-то такой прям классненький. Может быть, потому что ромашки у меня уже были, и я их несколько раз уже из них шила одежду. Поэтому вот этот для меня новенький. Для зеленого материала взяла 2 вида кружева. Не знаю, какое больше подойдет. Еще 2 взяла таких. Розовый, сиреневый. Интересный. Ну и Максимка меня уболтал. Сейчас я вам покажу, какой материал мы еще купили. Ну, посмотрите, какая красота там продавалась. Вот такое вот чудо. Прям весь-весь в кошках. Посмотрите, какая красота. Макс говорит, мама, ну купи мне этих котиков. Он как этих кошек увидел. В общем, пришлось купить. Это бязь. Наверное, я ему наволочку сошью. Но вообще этих кошек, я вот посмотрела, их можно, наверное, даже на стену, например, и как фон сзади. То есть снимаешь ролик, а сзади тебя вот эти вот кошки. И не знаю, подумаю, но для канала Максимки, может быть, это будет классный фон, если сзади него будут висеть вот такие котики. Ну или я все-таки сошью наволочку ему. Ну, мне кажется, и как картина, прям в рамку, кусок
этого материала, это вообще просто бесподобно получается. Понравился, прямо, не знаю, очень понравился, поэтому и купила. Как Макс говорит, я же, говорит, кошатник. Так что моему кошатнику. Так, фикс прайс. Вот это все фикс прайс. Вот эта корзина тоже фикс прайс. В этой корзине магнит косметик. Но я показывать, наверное, не буду, потому что там покупки у меня на подарки. Я хочу сделать подарок. Покажу вам вот такой стаканчик. Максимка его купил себе. Сейчас достану. Вот он такой с красным донышком. И когда наливаешь воду, то она такая красноватого оттенка. Донышки были разноцветные, он выбрал себе красный. Вот такой стакан. И также мы сегодня купили вот такую матрешку. Это магнит, такой классный. И у нее на пузике вот такая кошечка. Этот магнитик поедет тоже в посылочке. Такой прямо мимишный. Такой классненький. И Максимке еще купила, тоже покажу, вот наушники. Но вы их уже увидели. Они ему были нужны. Будет он пользоваться. Просто мы с ним сидим в одной комнате. У меня компьютер, у него компьютер. И один должен сидеть в наушниках из нас. Потому что, если будут говорить два компьютера, у нас в комнате с нами же находится еще и моя мама, бабушка, и она просто с ума сойдет, если будет два компьютера говорить. А в соседней комнате уже у нас третий компьютер, там папа работает. Вот, чтобы ему не мешать, мы в другой комнате с Максимкой в течение дня. И поэтому наушники нам актуальны. Ну, там останется загадка, не буду хвастаться. А фикс прайс давайте я вам покажу отдельно. А в этом ролике мы сейчас откроем Сашину еще посылку. Если она окажется большой и длинной, ну, как бы много времени займет, тогда я ее загружу отдельным роликом. И вам об этом попозднее сообщу. Ну, оставайтесь со мной, с нами. Сейчас позову Максимку и будем открывать.